Здрасте, господин Чернокалов. Опа-на! Не Калов, а Аналов. Ах, Аналов, еще лучше. Аналов, Черноналов. Да какая разница? Калов, Налов, ты деньги принес? Ну, как всегда. Ну так давай. А че, пересчитывать будете? Конечно, обязательно. Не понял. Стоять! Всем оставаться на своих местах! Руки! Майор Максимов, старший следователь службы собственной безопасности. Вы задерживаетесь по личным в момент получения взятки. Сейчас будем составлять протокол. Ну что вы так? Давайте я хоть вам помогу. А вот хоть подсвечу, хотите? А вот так вот. Алло, товарищ полковник, разрешите доложить. Обнаружена группа оборотней в погонах. Да, жду. Грузите задержанных. Оба. Молодец, Дохликов. Ловко ты их расколол, этих оборотней в погонах. Но теперь о главном. Это мне, а это тебе. На этот раз немножко побольше за твое старание. Здесь 6000 рублей. Слушай, как же ты их так расколол, а? Обижать, товарищ полковник. Но вот если бы служба безопасности вот так вот внезапно, неожиданно, так понимаете, без предупреждения, да еще инкогнито к нам приехала с проверкой, да мы бы за месяц это знали. А эти, нагло, так понимаете, без предупреждения, понимаете, без звонка. Ну кто они после этого, если не оборотни, а? Да. Тогда попросту, козлы.